Вижу метку на нем. Отправил. Блять, мы цешку проебали. Мы альфу проебем. Так, если мы сейчас так будем играть, мы просто обычно будем отбивать флаги и все, блять. Пошлите наверх. Тешка взлетел. БТР отогнали, Влад. Да мне это был похуй на БТР. Да, мне главное, чтобы тешку отбили сейчас. На, технику я ему выбил, а вверх остался живой. Блять. Танки, я уже на респу иду. Какую на респу? Пойдем наверх. Не надо наверх. Вот я наверху на горе стою. Сейчас я тебя найду, я не вижу на карте. Я ударнику не даю взлететь с респа. Бля, Дима, я тебя на карте не вижу. Блин, ты я где? Да зенитку, блядь, смотри, где стреляет. Вижу. Ну ты под альфой стоишь. Обычная позиция. Да мне этого хватает. Ну давайте тогда кто-то выдвигайте сюда на танки. Метка нужна, что так просто? Где? Убили. Кто на танке? Выдвигайся ко мне. Я не помню, где там ударник летает на F? На F? Не знаю. Да блять! Влад, кто мне встречал? Извиняй. Вот, танк, давай там в ущелье танк. По танку мы работаем, успокойся. Он шмаляет по мне, сука. Корова твоя. Есть. Машинка на вас, под Чарли. А, меня выбили, сука, блин. А, ну, блин, так тоже. Херня. Тут где-то пек бегает, сука, не вижу. Опа, меня метит кто-то. Там сейчас танк метит, Влад. Влад, уберите танк на горе. С ихней стороны. Вот про что я говорил. Вот надо туда пробираться. Вон. Да я знаю, он по мне сейчас работает. А что за тварь там летает? Дима! Да, я ухожу. Чего, блядь? Андрюха, у нас на Гэ пех прыгнул с вертолета. Андрюха! Ну что мне, с альфа уйти на Гэ? На Гэ пока уйди. На Гэ там пех, сейчас Гэ забирать будет. Там наш ударник висит, Дим. Андрюх, я на Гэ. Если можешь, подъедем. Я на Гэ уже. Просто со всех сторон пиздят, блядь. И воздух, и земля. А спрыгнул с вертолета он, а они флаг не берет. Все, я ударник я убрал. Да блять, сколько тебе места надо, ебаный бот? Так, они пошли в атаку. Где? Ну и авиации у вас нету, и вам авиация не мешает. Так что давайте, отбивайте. Андрюх, меня застрелили. Блин, ну это вообще, конечно, западло просто. Ну я, правда, в их респе уже был, конечно, наглую. Литл, смотрите, чтобы не взлетел мой. Все, убили его. Дим, ударник, пожалуйста. Пиздит, очень больно. Вот, про что я говорю. Сейчас будут забирать альфу-бету. Надо было выше встать альфу-бету и все перекрыть. Ну, так вставай выше. Так я там был один, Дима. Ну все, я один ничего не могу сделать. Ты пойми, это, блядь, командная игра, блядь. Тут. Команда, блядь. Командная игра. Ты же видел сегодня, как команда в футбол играет? Там танк за горой стоит, сука. Крыса. Вот танк пришел на... Ёп! Танк на пришел.
Вижу, он прошел уже. Андрюх, спасай. Сейчас надо дома вывести сначала, потому что я в дома не могу стрелять, прострелить. А, ну снарядов нема. А кто там убивает нас? О, вижу метку. А где он? Да вот он возле столба лежит. Да вот он возле столба. Вижу, вижу, а, все, 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 убили его. Там родильня, слышишь, Андрюх, зачистил. Родильня, вижу. Там еще пех на Бетти бежит. Да он еще тут на А не забирается, Андрюха. Да-да-да, сейчас у меня тут тоже стреляют, Дим. Дим, если тебе не жалко жизнь, то стой здесь, а так сваливай в поле. Какой сваливай? Мне не это, вон, блядь, эти вертушки взлетают, не видишь, что ли? Прикройте, прикройте жопу. Все, меня подбили. Справа пехи толпой. Где? Выше альфа-беты. В разные стороны бегут. А, неубиваемые, сука. Сейчас я подъеду на зиму. А нет, мне нельзя выходить там. Не-не-не, лучше не надо туда подсос. Сейчас я отобью. Если просто издаля можно стрелять, то стреляйте. Если подходить не надо, они выбьют. Секунду. Все, перебили вроде. Вот эти верхние дома надо разбить, нет, блядь. Они рождаются в них. У них родили. Дима, за тебя трое. Пехи, 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 пехи. Ты сейчас да. Все, застрелил я его нахер. Кто-то его раздавил, наверное. Так, ну они задрали в этих домах, блин, рождаться. У них там это родильня. Ее так и не сняли. У нас на F. О, вижу родильню. Сейчас попробую, но это же в доме родильня, понимаешь? А я не могу в дома, у меня принцип, как бы я все патроны истрачу, и меня убьют потом. У меня 15 патронов остается, блядь. Вижу Литл. Или что, ударник это был. Развернулся, уходит. О, у меня пех на бете. Отмечен. Не метит какая-то сука. Это сука пехи. Привет, настроение. Андрюха, мне тут танк метит, сучонок. Воу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, у тебя там вообще жопа. Влад, прикрой меня, смотри, куда я пошел. Вижу, иду к тебе. Они мне хотят цвет настроения голубой сделать. Не, именно такая просьба. Если ты куда-то шевелишься, то предупреждай заранее, чтобы мы еще могли подстроиться под тебя. Да вот я тут и стою на свою. Я не... О, танк пришел, да. На, помогите. Танк. Я вижу, вижу, вижу. Сейчас буду шпырять в него. Где он? Потерялся. Ну, я перестрелял там кого-то, но, блин, там их много, блин. Фу, не, они будут прорывать альфу, так... Бесполезно, я так понял. Ударник от альфы в их стороне. С горы. Да, вижу. Да ну. Че там, покатился, покатился, наверное, да, спрыгнул. Еще не там подошел. Я тут, извиняйте, меня уже убили. Да, Андрюха, помогай. Ну могу выстрелить по нему разочек. Давай. Его так пихи добьют. Бля, ну меня сразу вынесли. Блядь, сука, нет. Ну так на открытом поле я помогаю. Помог, помог. Выбили. Молодцы, сразу. Ребята, вынесли. У нас Андрюха гэшку забирает, слетай. Да, там два танка пришло. Машинка и ударник там постоянно наш висит. Три танка пришло. Ударник и корова, блядь. Еще если я полечу, Дим. Ну, будет уже слишком. Блин, ну сучёныш на батарее, падла, а. Чё надо обязательно попасть? Дима, сваливай, сваливай. Только я прилечу чувствовал, сейчас прицелился, а завис чё, долго. Да. Артан. Арта, и... да, стреляет, арта, ребят. Сейчас я её наебашу, подожди. У меня танк, Дима, с меткой.
А, сука, арта, арта. 49 вынес. Где она? В их респе под Чарли. А вы, блядь, включите ее, где она, блядь, на карте. На... Дима, у меня уже метки и три ракеты летело, блин. Я уже тебе сказал просто, где она. Я отметил ее, естественно. Я в нее два раза стрелял. Танк пришел на... Перед этим. Здрасте. Держите так. Должны дальше так держать. А как он ну, сейчас так светит? Не удержишь, вот, потому что они выше заходят, понимаешь? Опа! На меня кто-то пришел! Танки а? Пришли! Ну отходи, у меня один патрон остался. А у меня ноль меня... вообще, и метка на мне. Оу, а я ушел. Ты а, чё, на меня танк пришел! Где? Да на, а, бля, где? Там же я всегда стою. Отправил я ему, Дим, одну. Всё, нахуй, меня разбили. А чё он живучий такой, падла? 30%. Извини, я ему уже два снаряда выслал. Я-то один ему выслал, у меня больше не было. Ну, меня метить стали, короче, 17 я... 17-1 это нормально, да? У нас на респе шпыряюсь, у меня метят, блин. Вижу удар, это БТРчика. Отправил по БТРу, отправил. Да, это что за поебота, блядь? Еще, дайте метку на БТР. Блядь, нихуя не попадаешь? Это что, блядь, у нас за новая физика такая, блядь? Это старая физика. Уж. Это уебанство, блядь. Вот скинь меня, вот еще чуть дальше. Вот тут. Спасибо. Что там этот ударник так и будет летать у нас? Что я его посадил? Пользователь подключился к вашему каналу. Да там. Пользователь вышел из вашего канала. Это вышел из нашего. С тобой. Привет, настроение синий. А вот сейчас нам пришлют, наверное, Влад, не успеем скрыться. Ох. Но я как бы давно слинял, если честно. Нет, я ушел. Читы включил, они сразу чух. Меня кто-то, сука, метит, Андрюх. Меня тоже метит без остановки. Там то ли танк пришел, то ли хрен его знает еще, блин. Танки. Вон да, вижу, танк на той стороне гоняет. Я танк, вот, пожалуйста, по нему. Ну да, но я без метки смысла стрелять, он уйдет и все. Бля, я помогу. Блять, ну Коля. Вижу метку. А, 600 метров нет. Блять, у меня рядом тут Литл работает, охуенно. У нас танк под Чарли все-таки прорывается. Блять. А, не в тот попал я. Да ну нахуй, блять, Андрю. Чё? Ты все же не решился на этот танк идти, да? Какой? На какой танк? На Альфе, который был? Блин. Который за горой. Андрюха, пехи. Я у него не стал стрелять, он это, потому что бесполезно. Андрюха, пехи. Меня выбили уже. Ну как всегда, блять. Ничего я не могу сделать, что стреляли. Ну все понятно, блять, и сука, из-под тишка не... Пехи у нас на... Да я вижу, блин. Бля, все, а, забираю. Сейчас выбьем. Ну, Влад, садись на танк опять. Я что делаю? Ну, извините, тогда не было танка. Пришлось... Танк пришел. И один на Чарли припиздил. На Чарли? Ты не на Чарли, давай. Я на Альфу подхожу. Я на Альфу подошел. У меня танк, вижу, на Альфе, проходит за домами. Вышел. В
зеленку, сука, никто не стрелял в него. Никто, бля, ребят. А что делать? Мне пиздец. Не знаю. Я танк выбью все равно. Ну попробуй, Васян. О, и РПГшник еще, сука. Выживи. Меня выбили. Танк на меня ставь. А, все, Влад, меня убили. Ай-яй-яй, три, ударник, танк и пех снизу. А, сука. Не, так нельзя, блин, надо вместе командно играть. Что, блядь, за пехи такие? Напрямую выдержит снаряд РПГ. У нас выше альфы, беты, танк да посередине. Да, я это понимаю, но только у нас, блядь, пехов и техники нихуя. Вон танк пустой стоит у нас на респе, пожалуйста. Бери. Танк пришел на Г. На А идет, помогайте. Ты сука. Это что за говно, блядь? Пустился на самонавод, и, блядь, насквозь пролетел. Алле, чё за херня, дайс? Ну вы, ты чё, сука, ёбаная, блядь? Да раз ебучий, на, соси, бля! Убил? Да. Уёбок ёбаный, сука. Блять, я хуеваю, чё с физикой стало? У меня вроде бы было не так уж и долго. Я пошел на ту сторону, короче, да, у них там респ стоит. Чё прикалываетесь? Вот так у меня тоже. Немножко не играл, проёбываю, пиздец. Алле! Танк не может разбить стену. Ебать в рот. Привет, Андрей. У меня ударник, Дима, на их респе, на горе. Вижу, вижу, вижу. Давай. Работаю. Ну давай, половину я ему снес. Ну все. Бля. Спрятался, падла, да? Андрюха, тут пехи, на, помогай, там... Ну сейчас я только, у меня же один пулемет, Дим. Ё-моё. А вы не стреляли, что ли, в него никто? Блядь, помогайте. А, сука, ёбаный флаг, сука. Помощь убийству. А где он? Да, ну выбил меня танк, конечно, блин, я даже... Не понял, как ствол даже а не поворачивает. Ёбаная почка, сука, блядь! Мне момент, мне кажется, мы... Ё, нас уже все забирают опять, нахуй! Да... Да, они плотненько сидят. Где? Да и за, на респе от альфа они там танки стоят, и под чалли стоят толпой, понимаешь? Хер подойдешь, хер убьешь. Андрю, а. И корову да. Надо. Я вижу, вижу. Мерси, литл С. Вижу. Все, нету его. Мерси. А, Андрю, заберите, пожалуйста, заберите. А, нет, 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 у меня вертолет перевернуло. Сука. Как, блядь? Какой-то трэш Дима, просто уходи, был. Там два танка. Дима, съебывай. Ай, у меня зенитчик пришел под чарли в нужду нашего респа. Блин, ну это... Да ну в пизду, вы че, блядь, издеваетесь надо мной, блядь? Андрюха, потолкните меня кто-нибудь. Сейчас как рожусь, блин, Дима. Ну хрен ли, у нас, блядь, зенитчики ездят по респу по нашему. Да. Че тут хотите? Я, блядь, Дим. Ну помогите кто-нибудь. Ладно, я сам перевернулся. Это пипец какой-то. Чё за херня вообще? Как, блядь? И главный танк стоит там. Блин. А у нас-то сверху нихуя. У нас где сейчас вся масса? Андрюх, помоги мне сверху зачистить там горочку. Вот я хотел сверху играть. Вы не хотите играть сверху, блин. Почему, я не могу понять. Пиздец, меня убивают, вот. Все. Под чарли меня валят.
куча пех. Понятно, что мы сейчас Чарли, надо Чарли Альфа Браво. Блять. Чего, точки все забрали нахуй? Да, съели. Чего? Андрюха, возле меня пеха! Я под Чарли, Дим. А я под Бла, блядь. Я понял, а чё, чё ты там делаешь, пода? Уедь, блядь. Да ну в пизду. Сейчас я хоть кого-то зачищу, потому что чего я не могу блядь? Летать вообще. У меня зенитка заезжает под Чарли, меня убивает, блядь. Танки стоят, смотрят, как у него получается это делать, блядь. У вас вообще пихи в респе. Ебал клади. Да, вот от Чарли я отстрелил часть. Мы выигрывали. Сейчас опять какой-то хуйня. Вон куча пехов бета. Двоих убил. Все, сейчас меня завалят, блядь. Ухожу. Не надо, ребята, не стреляй. Где, где? На А, на Б. Подожди, сейчас отстрел будет, Дим. Пока отстрел будет, мне завалят. Кто тебя стреляет? Да пехи, кто, блядь, ну что это вопросы? На Б сверху пехи бегают. Я знаю, я вот уже до хера там дострелил. Я хожу туда, постреливаю, отхожу сразу. Наши почему-то их в упор не видят. Не видят ни хрена. Потому что вот эту штуку надо снести, которая против вертолетное говно стоит. Блядь. О, машинка рука. Он уже везде поставил против вертолетное говно на меня. Вон лежит, сука, посреди дороги на Б, блядь. Ну все, они меня выбили, блядь. У меня нет, я не могу атаковать без остановки. Мне надо отстрел, отошел, отстрел, отошел. Блядь, вот результат, нахуй. Стингер, блядь. Пизду, блядь. Или два литла надо, чтобы атаковали без остановки. Или, блядь, надо танк, чтобы там атаковал. Я летаю. Да ну нахуй, Влад. Мы сейчас все точки пробьем со своим лечением. Не прикрытие надо. Реально. Ну извините, мне потому что, блядь, один литл, блядь, уже третий раз я разъебываю. Извиняйте. А, что зацепил? Ничего там нет, не должно быть. Где это, сука? Вон он, подо мной прям четко. Ну ёпарас это, а. А-а-а, посадили меня. Да. Все, флаги просрали, блядь. Ну чё, мне тут пехи издалека мочат. Ну я вот пытался их отстреливать, они тоже ставят эти против вертолетные по две штуки, блядь, и хер подойдешь. Ну вот я на А, чё дальше? Забирать бетту надо, потом альфа. Блядь, я въебался в стену. Блядь, заебись, меня сейчас литло разъебет. Подхожу на альфу. Да, поздно. Блять, техники. Пользователь подключился к вашему пользователь каналу. Вышел из вашего канала. Да кто все время у нас кто-то ходит, мне кажется, да? Кто это так хулиганит? Блять, да ну нахуй. Да ну нахуй. У меня литл идет на бету, прям нагло в наш респ. Отметил. Он не метится почему-то. А, сука, чуть-чуть ему осталось. Убил я этого козла, Влад. Может, литл заберешь? Давай. Давай, вот, видишь? Прыгай на него прям. Давай. Забирай. Взял? Да нихуя. Садись, забирай. Лечить можешь или я тебе должен помочь? Да я сам. Давай. А то разлетались на литлах.
Чё, обосрался? Да, он пишет, блять. Кто? Не знаю, кто-то. Толстяк какой-то пишет. Полный отстой. А, сука, 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 сука. У меня 4 пеха надо мной, на выше Чарли. Они меня убьют, блядь. Чё, блядь, прикал, там ещё и зенитка. Блядь, где они? Столько сейчас были. Вон они. Все, я отстрелил, ушел в респ. Бля, вообще не дают подойти. Охуеть. Я предлагаю нагло забирать флаги, блядь, литлом. У нас тут танк, слышь? А. Вижу, танк выше альфа-бета зашел. Ну, поэтому я говорю, надо стоять выше альфа-бета и пиздить их, пока в респ идут. Андрюх, на тебя литл зашел. Я знаю, о чем мне делать. Мне надо танк добить, 60% ему вынести. Тебе литл. Где меня подорвали? Все, мне пиздец, вот. Добивай его! А, это не ты! Бля! Я убил этот танк! А, сука, Литл за нами! Я знаю, Литл сейчас будет убивать, издеваться над нами! Да убил я его! Или кто-то другой, бля! А, сука! На меня всегда вести надо, чего вы учитесь? Да я понимаю, что на тебя, Дим, когда он уже на меня зашел и у меня скорости нет, я не могу. Я всегда веду на зенитку, но когда скорости нет. Успокойся. Уже все, блядь, уху поведешь, что, блядь. Так, пойду-ка я этого обосрался, который мне написал. Вот туда гранаты кидай. Ты лечишь? Во, Влад, бесполезно. Ах ты, полный отстой. Полный отстой, я согласен, да. Блять, у меня было такое хорошее настроение. Ну, а чё, плохо разве? Выигрываем пока. Если сейчас навалиться, взять флаги и все. Да, блять, дайте мне хотя бы технику. Веточка, налей мне, пожалуйста, чайку, солнышко. Зай. Вета, налей. Да ладно. Дим, вот не иди вперед, паровоз, вот правда. Ну как, я заебался уже смотреть на вас, блядь. Чё, все точки отдать, что ли? И радоваться, что ли? Я сейчас этого ударника наебашу, подожди. Эту крысу где-нибудь увижу. Да крысу эту хер найдешь, блядь. Да сука меня там увидела. Да как? Да ну нахер, да ну нахер, да ну нахер. Ударник меня вынес, Дим. Блядь, да вы прикалываете. Ударник вышел, как он там на крыльях? Он там, он оттуда, вон оттуда. Тебя дать? Ебать ты, блядь, живой. Да ну нахуй! Да ну нахуй! Блядь, да... Блядь, всё. Меня подорвали, нахуй, да. Андрюха, на тебя Чарли. Я вижу, там пипец просто тотальный. Одного шлепнул, а остальных не могу найти. У меня типа нервы-то беречь надо, скоро же сессия. Чё вы со мной делаете, изверги? В смысле, какие нервы? У нас уже нету ничего. Я ж типа жить хочу. Да нет, это нереально, Влад. Блять, реально? Это поздно, ты купил батлу. Блять. Да ну нахуй этот кот. Ты, блядь, поверь, не... батлы надо завоевывать. Да, да, оскорбление батлы. Уничтожил эту хуйню. Блять, иди на нож, сука, где ты, пидорас? Бля, меня ударник шарашит без остановки, он задрал просто, блять, задрал. А чё, у него две зелёнки, что ли, у самолёта, нихуя? А как ты живой остался? Да ну, блять, ты чё прикалываешься? Пизду нахуй эту игру, реально, ребят. Согласен. Да ладно. Я чисто ебал целый магазин. Поймал, ударник мне попал все-таки. Он оттуда стоит, шарашит вот так. Чпок, 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 блядь. Теряем.
Пока, сука, не убьет, блядь. Андрюха, давай на дельту. Да убили меня, блядь. Ну как раз как дельту вообще? Ну пока еще нет. Подожди, сейчас заберем. Блядь, давно я в батлу, сука, не играл. Сука, блядь, да ну в пизду. Надо в батлу играть. Занимаешься фигней какой-то. А знаешь, кого я видел? Влад, кого? Я видел своего плюбаса в магазине. Старкова. Ну и? Но я его не стал спрашивать, потому что уже у меня аккаунта нет. Андрюха, мне пики опять подорвали. Хотел я его спросить, но потом думаю, ладно. Самому надо заняться им. Отлично меня отхерачили. Просто полностью, блядь. Андрюха, привези меня до цешки. Какой ты, посмотри на мой этот, блядь. Хорошо, он меня лечит. Вообще просто чпок-чпок делает, вот так все убит. Пожалуйста. Одного нету, сейчас довезу. На дэшке тебя довезти или на цешке? На дэшке два пеха. У меня ремонт. Давайте. Отходим тогда. Да, в сторону альфа. На Чарли могу кинуть еще. Да, вот. Блять. Ну извиняюсь. У меня вся машинка подъезжает. У меня уже я очкую вылазить, потому что вот так прилетать. Чпок-чпок, блять, все готово. Вот смотри, как летит, да? Одного снял. Влад, падаем, падаем. Да я уже вылетел. О, чувак со мной остался, хорошо. А чё ж ты вылетел-то? У меня очень много Чарли двигнулись на в сторону беты. Блять, машинка, иди в жопу. Ну надо их отрезать от беты, это я вам честно скажу. Блять, хоть бы наши метили бы, уже легче было, потому что мне проходить два раза, ну. Они же, блядь, заходят, они же нихуя не знают, блядь. Четко, блядь, трудно метить мне, потому что, блин, я два раза прохожу, уже тут это херово. Вот так пришел, помогите. У нас машинка внутри респа. Бля. Сейчас. Бета, куча пехов. Двигается в сторону вот выше, верхней части. Одного снял. Вот сейчас вынесут обычно. Давай. Давайте. А вот почему Ваня живет вроде в Германии, да? А акцент у него эстонский. Давайте. Хохлядский, я думал, у него. Почему хохлядский? Вот реально он больше эстонский, чем хохлядский. Меня опять подорвал, Андрюх, убей его. Убили меня, Дим. Там такой шквал, блядь. Короче, зенитка, танк и еще сверху, но там не мечено уже, там хрен его, не знаю, кто-то там просто толпой на альфе стоит и вхерачивает в наших. Все равно не проебут, потому что они дольше, они быстро, больше умирают, Андрюх, пойдем. Да, они убирают-то больше, Дим, но, блин, по факту надо просто, блин, не терять альфу, вот и все, не терять альфу. А хули сделать, что у нас уёбки играют? Хули мусорам, хули. Я, Андрюха, причем... Отмечайте их. Вон танк стоит выше беты, просто шпарит в наших. Просто они стоят. Умереть, я стараюсь хотя бы двоих, троих задрочить. Не, ну я тоже стараюсь по два, по три убивать, чтобы. Блин. Убитые. Вот дело, да? У нас два танка выше альфа беты стоит. И еще кто-то там сидит, я не знаю, то ли пех, то ли что-то. Ну вот, браво просрали благодаря этому. Андрюха, возле тебя пех, сзади тебя. А, тут два с двух сторон. Блять, да ну. Вот сука. Чё за хуйбень, блять? Вон, блядь, он бежит. Блять, ребят, ну блин, нервы, теперь их нет. Охуен. Спокойно, Маша, я Дубровский. А я Сталин. Что дальше? Какой Сталин? Сталин. Я не вставил никуда еще, подожди. Мне РПГ прислали в лоб, их там столько, там пипец просто на бете. Вот, блять, вот сука. Ну нормально, ничего, Влад, нормально, терпи. Да, блять, бесит. Терпи, казах. Фризыня, нормально убивает. То, блять, во время как тебе приехали? Андрюх, ты на вертолете? Я лечу только еще с респа, выбили. Иду на альфу.
Ну а там пекар пиздец полный. Я знаю, там пипец нас с этим вот Бону. Да, ну нахуй. Бохусом нас подхерачили. Охуенно, блядь. Меня свои же поддамажили. Ебал в жопу. О, ну я не знаю даже, вот как я на бету сейчас вылезу. С двух сторон еще сзади два пеха стоят, блядь. Чтобы було, блядь. Поехали. Я разворачиваюсь, подождите. Я не хочу висеть сейчас. Буду все время выбивать, когда висишь. Давно я. Ты видите не... там, да? Видите, сколько их? Да я вижу, она пиздит повсюду, не, Андрю. Ну я чищу, Дим, я чищу, подчищаю, блядь. Сейчас малым кругом пойду. Просто я на бету захожу, а справа меня с альфы вхерачивает. Вот, все, пиздец. Блять, да? Пизду. Честно, ребят. Чё это такое? Конечно, но, блядь. Чё такое? Ну ты тренируйся, ты должен мощным быть. А ты чем больше не играешь, тем хуже для тебя. Да. Да я, блядь, не понимаю, но, блядь, сука, такие... У меня выше альфа-бета танк. Влад, быстрее, ребят. Блядь, убей всех. Выше альфа-бета просто стоит танк, он зашел и вхерачивает, блядь. Машинка проходит, Чарли. Опа, все, убили. А чё я убить не могу? О, самолетчик, блядь. Пацаны, давайте танк уберите. Я выше. Вообще спать. Какой спать, Влад? Ну ты о чем говоришь вообще спать? Просто. Я, Влад, ты о чем, блядь? Игру тогда играй. Ты игру. Я месяц, блядь, толком не спал. Месяц вообще я не спал больше, Влад. Блять, Дим, я сплю меньше 2 часов в сутки. Ну нормально, я так же, чё? Ну у тебя сколько, блять, практика в этом плане? Ну где-то лет хер его знает. 30, блядь, а наверное. Много, блядь. Лет 30, наверное. Да ну нахуй. Ай, сука, нет, 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 пожалуйста, оставьте мне жизнь, оставьте мне жизнь. Я... Все, за банку печенья, за пачку варенья продамся. Только оставьте жить. Все. О, оставили. Видел? Мама. Пользователь подключился к вашему каналу. Алло, здорово. Привет. Суперкоманда. Суперкоманда молодости. Обычно? Да. Я ж сегодня в Вайбере отправил, как они одели маски и вслепую играли в футбол. Вот у нас такая же команда, блядь. А это не Вайбер, это, блядь, не слепая, это же 3D очки. Это Влад, что ли? А, это в 3D очки они играли? Ну, в принципе, результат такой же, Влад. Андрюх, кикни кого-нибудь, алло. А, сейчас, тут вот есть Вадим, сейчас я его... Там даже ников Вадима нет, ты чё, прикалываешься? Сейчас я кикну. Вот этот исключил я читака одного. А этот хороший мальчишка, этот хороший, вот этот бонус Херонус, это хороший мальчишка. Попа крепкая. Бохус, где тебя подвести? Ты где? Да, он там это БТР пришел на Диму, по-моему, блять, под Чарли. В нашем респе гоняет. Ты меня не пугай так, блядь. У тебя, ты на зенитке? Да. Ну вот у тебя там был он, я не знаю, ниже прошел. А, сука, я не могу, блядь, опять шлет. Блядь, не, я тянул до конца, Илюха, я не знаю. Зачем тянул. Не знаю, я тянул до конца вверх. Полтава, читер пишут. Полтава, говорит, охеренный пацан. Как че написать? Че, цеха. Блять, ебись конем. Че, Влад? Сейчас, заебали. Сейчас двойной усилитель идет. А ты, ну а ты спать собираешься? Заебали. Да? Да ну второй аккаунт, блять, поднял, блять. Нуля до сотого.
Да ты чё? У тебя второй аккаунт с нуля до сотого? А какой второй у тебя там? Ростовский. В смысле? А у тебя... Я никогда не видел его. Я его не палю. Я там с братом только играю. Ах ты читер какой, а. Значит, вот так ты с нами, да? Я все аккаунты запалил, а ты, значит, вон какой, да? Я что мерзкий ты? Человек, я ему сразу говорил, народ. Блядь, вообще, какой говнюк. Ты видел, да, давай, Дим? А? Баню ломать. Ага, давай. Полный бан. Да ну в пизду, блядь, вы чё прикалываетесь? Андрюха, помоги мне тут лошару залупить. Андрюха! Я около тебя. Ко мне, вот, за горой, вот. А он надо мной, он надо мной. И трое, блядь! Трое, блядь! А то и четверо. Ну, убил же, нет. Одного, я никого не убил, Илюха всех застрелил. Я никого не убил, я нихуя. А кто тогда убил? А не арта по ним прошлась? Или ударник, но? Не знаю. Мне помощь в убийстве, пять человек, по-моему. Четыре человека, и мы как-то облажались так хором. Да ты днарь оказался, это как? Влад, это как так? Значит, ты играешь с братом, да? А мы, значит, тебе, блин, никто, блядь. А? Нет, почему? Вы мы. Просто че? Вы просто почему? Ты просто чему? Мы же русские люди, мы друг друга не обманываем. Русские, это понятно, русских русского никогда не обманывает. Вот пример тебе, Вадима. Блядь, почему именно Вадима? Скажите, пожалуйста, чем Вадим не понравился? Мне нравится как раз Влад. А мне не нравится Вадим. Почему? Сюда. Смотри, какой он. А, сука, сразу, да? Лерёх. Не ждувается. Ага, но я отойду, пока пусть это появится. Он пусть сразу стреляет. Охотник против нас, вот в чем дело, блин. Да? А мне, блядь, импедрит зажал. И танк ебанул, да ебись. Давай, Люк, по метке. Ну, танк на альфе. Танк на альфе, огонь все, ребят. Извините, Люк, нас сейчас... О, давай ему вторую! Вторую подарок ему, быстрее. Да нет, он пустой. Ну, Люк, нас сейчас будут убивать, так что держись. Нету никого. Как пех там остался? Пеха не было там. Он сдохнул. Ай, не раздавил я пеха. Сейчас нас Зеня раздавит. У нас Зеня раздавит. Андрюх, прилети на Чарли, пожалуйста. Бохус, ты Russian, понимаешь? А ты говоришь? Бохус. Альт нажми, если Russian понимаешь, и скажи что-нибудь там об этом. Нахуй, пошел нахуй. Бля, у меня нет патронов больше. Мясо. А чё, ну нечем, блять, хоть хуй. Ну 25-м хотя бы вас. Ну сейчас я пеху убил. Убил его, убили его вообще. Я ушел. Это Мишка. Я ушел. Хорошо, ударник летает, да? А он выбил еще этого нашего ремонтника. Блин, он нашего ремонтника выбил. Я думал, ремонтник живой. Ему договорили. Надо было чиниться, что-то. А я думал, он живой ремонтник-то. Я думаю, о, хорошо, что ремонтник есть. Не, ремонтник спрыгнул просто. А я убили его, убили. Не, по-моему, он спрыгнул внизу, там что-то бегал. Это другое мясо бегало. Да-да-да. Он до последнего, как герой, сражался, Илюх. Что-то Полтава тихо сидит как-то это, да? Как-то не по себе мне. Дим. У меня танк пришел, убей его нахуй. О, заебок. Вижу, отправка. Блять, ебал ванал, вертух, ну честно. А, ударник меня выбил, сразу на Б пришел, видал? Ну я ж по танку. Да, три ракеты, Илюха. Я пытался того, кто нас стреляет, убить, но он нас валил. Он не охуел, тут лежит. Да, он живой. Просто... Я не знаю, я все ему высадил. Два раза по 50 патронов высадил, а он живой. Похуй. Ну, блять, ударник Гатов, у меня для тебя сюрприз. Ударник минус 32.
Ему, сука, я сейчас ему лично ебало был бы чистить. На самолете что? Я ему тоже его потрепал, добивай. Я его потрепал. Сука, догорись ты уже до конца, пидор. Убил? Нет. Да какой-то даун сел и стреляет, блядь. Он справа сидит, сейчас я попробую его прижать. Сосим. Извините, конечно, я его зарамил, но, блядь, это такой говно. Вот он, пидорас. Ну, стреляйте, кто успеет. Стреляем, стреляем. Еще там осталось. Да я отстрелил уже. А кто из такой с калаша стреляет, или что это такое? Ну, наш вот этот, наверное. Ну, на меня танки пришли, помогите. Отходи, мы здесь прячемся сами. Быстрее. Метьте его, Дим, Илюха. Андрей, да чё? Да поля! Андрей, я не могу, Дим, это ничего, меня просто стреляют сразу. Я вылазю за город за секунду и сразу назад. У меня никогда никакого прикрытия нет. У меня есть. Причем с той команды, полное накрытие. Сейчас ударник вас ебать будет. Но у нас ударник-то не будет, Дим. Да будет. У него очко, у него очко не трещит еще, чтобы нас ебать. Иду, блядь. Ну честно. Давай. Отцы все равно забирают. Да, не можем взять все равно. О, вижу метку. Ударник, давай, отправка. Ушла. Держи до конца. Все далеко. Влад там забирает вроде. Но он обещал вернуться. Влад, ты медь там тоже. Слева. Каким хуем, блядь, я инженер? А, ну ты же в БТР сел. Ага. Ну, блядь, ебись. Вот эту штуку поставили, успели. Блять, ребят, я один раунд и, блять, до завтра, честно. Не понял. Да что, что за хуйня, ебаный в рот, откуда они прислали мне? С бета. Я только, блять, с преподавателями норм более-менее начал общаться после того, как, блять, проебал больше месяца. В смысле? Ты что, общаешься с преподавателями? Ты что, ненормальный? Ну, блядь, не я, мамка заставила. Вообще никогда не общаюсь, они плохому научат. Да, вот именно научат. Ну, плохому. Они ж батлу вообще не знают, Влад. Понимаешь, блядь, ты... не понимаешь, у меня информатик, генерал... Блядь! Понятно, что генерал он, блядь. Нет, ты не понял, он в батле генерал. В смысле? Как ник его? Я уже выхожу его мочить. Он? Да. Ник, давай. Злодей 3000. Ну давай, давай вот это. Ник и поехали его пить. Не, реально, против него не надо. Не надо, да? Ну, мы ему информатику... Он добрый пушистый, сука, когда он усирает... Ну что, пойду-ка я ударник нашу. А он будет усирать, я тебе отвечаю. На ему пора лучше проебать. Ну я его научу играть. Только ты ему камеру сразу скажи, чтобы он записывал в YouTube. 12 там. Сейчас. 2. Покажи, Илюха. Что ждать? Вот этого, стингераста, бля. Он у меня один тут. А их трое там уходят. Ну, пиздец. Полтава мега килл 4. Как ты так сделал, Дим? Ну, Андрюха, я просто... Тебе не надо прикрытия никакого. Вон машинка. Вон танк, вон. Давай. Машинка. Бля. В зелен... Он выпрыгнул. Бля, я отстрелил. Илюха, уходим быстрее. 5 ракет. Где-то гнида на ударнике. Где-то у них там с респаху есть. Ух ты, ты видел, что они делают? Это вот этот ударник. Он не охуел. Давайте все на него сосредоточимся, метить. А вот что он здесь лежит, вот этот вот хер, блядь. Бех! Машинка за тебя, Дима, аккуратней. Я отхожу. Да что за хуйня, блядь, со всех сторон, нахуй?
Илюха, по правому мять. Правый борт. Нет, никто. А вот это, блин, ну, ну все. Я не видел ее. Еще и успеваю тут хрень поставить. Твою дивизию. Что за херня? Вот я реально начинаю верить в магию. Да ебаный в рот, Андрюха, убей тут пехи, нахуй бегают на респе, блядь. Сзади меня он бегает. Не понял, а где? Я Андрюха, вообще, я, вы меня выбили уже давно, Дима. На Д, блядь, пехи. Меня убивает только так, я, блядь, пачками ложу. Слушай, что я тебе говорю. На Д я понял, ищу. Илюх, смотри. Ну, видно. А все, мне синий забрал. Кто? Эй, блядь, зенитку, блядь, зенитку отдайте нахуй. Илюх, вот здесь где-то был. Чисто вижу, наверное. Как строите. Ты чё, блядь, оглох, что ли, нахуй? Танк под нами справа, Андрюха, алё. Я знаю, пех со стингером, блядь, под нами ещё. А? Всё, кто-то ему помог. Пех вот да на... Да чё там уёбишь? Опа. Вот он, пех справа, да? Меня Зеню забрали, все, Андрюх. Лошарок, один из наших бокус, наверное. Не выкинули вы из команды, сука? Ой, блядь, танк прислал, БТРщик прислал, ну, сука. Где он? Да, с их респа стрельнул, блядь. Бля, он дельту берет, зенитки. Да он теперь на зенитке будет дельту все время защищать, чтобы ее не сперли. Не, на Фокстрот поехал. На Фокстрот поехал, блядь, сука. Только плохо. Андрюха, блядь, а что за хуйня, блядь? Сейчас. Бухус, уйди, пожалуйста, с этого, на Чарли, с, под Чарли встань на зенитке хотя бы, с Эвки. А от него, блядь, толку никакого. Да понятно, Дим, блядь. Ну хоть чем ничего, хоть его выбьет там, может. Иди на Е. Илюха, правую сторону медь, я сейчас выскочу на бету. А, над нами литл. Или вижу литл, да. Его ломанули уже наши. О, у нас слева, 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 блядь, убьет сейчас, все. Не убью я его. И убили его кто-то другой. Вон эти штуки ставят, бля, и в последний момент, когда подлетаешь, ничего нельзя сделать. Литл над нами. Ты уебок, блядь, у нас тут вертолеты летают. Сбивай нахуй, ты сел туда, блядь. Все, сбиваем, Дим, что ты? Работаем. Кто-то ломанул его. Я ухожу. Вообще? Ну, почти, да. Устал. Я устал, я ухожу. Давай. Ухожу. Что, живы? Кто? Илюха, литл, литл на нас. А, блядь. Уёбывай отсюда. Да, положил я его, блядь. Это русский был, русский в русского стрелял. А ты говоришь, русский русского не обманывает. А? Не обманывает. Ага, а что это было? Ну, вот, спину за то, что... Спину будет, стреляет, блядь, это другое дело. В затылок. В затылок стреляет, так. Спину, в затылок, это хорошо, что мы может? Успели отойти, Илюха, блин. Иначе нам бы был карантин. Вдруг подключился, блядь, меня танк угнал, нахуй! Да что же у тебя все? Заебали, что за лохи, нахуй! Только зашел, блин, сразу же Димон. Ааа, Виталь. Это ты угнал, Виталь. Это как тишина, тишина и такой крик сразу же. Ты уебок, блядь, ты что, самый умный, что ли, блядь? Отдай танк сюда, нахуй! А это, знаешь, это как почтальоны Печкина. Отдай сюда. Дай сюда. Танк от Альфы, в их респе, огонь все. А, сейчас достанем, Алюху, нет? Нет. Справа ударим. Да, 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 он наш, он наш, он наш. Давай танк добьем. Ох, нифига, у вас очередь, 6 человек. Илюха, да. Знаешь, что про... У нас мало тикетов осталось. Пересадка, Илюха. В землю, в землю, в землю, в землю. Это диагноз, да, значит? Да. А, блядь. Так, Андрюха. Ты хочешь сажать? Ну давай сажай. Хрен с ним. Просто ударник опасный, он ТВХ стреляет, Илюха.
Я смотрю. Да. Ага, сел. Полетел. Танк, танк, выше альфы, выше альфы. По нашим пехам пошел. Ебил, сука, ебаный, блядь. Давай. Да ну! Ох, сука, он сквозь стреляет. Вот это он стреляет, да? Ебать. Давай еще, в зеленке весь. А у меня нечем стрелять. Выше альфы стреляйте, ребята, а? Я не на зенитке, у меня и забрали эти хохлы, блядь. Хохлы все забирают. Такая у них жесть. Опа, он на нас, Илюха, давай. Он не охуел, блядь. Он охуел в край. А он нас не убьет? Убьет. Едет ебаный БТР. А, убьет! Меня выбили. Бля, ну почему он-то ниже пошел? Вертолет, я выше его поднимаю, а он вот так ниже пошел, блядь. Сука, я лоханулся, ему чуть-чуть осталось, блядь. А, сука. Сегодня второй раз такая беда у меня. Не надо тебе на танк садиться, хуя сейчас далекаю. Да я знаю, блядь. Я привык просто заходишь и башню крутишь. А вот, вот эти джойстика настройки остались те же. И вот газ чуть-чуть не хватает, чтобы поднимать вверх. Понимаешь, в чем дело? Настрою же себе джойстик. Да ничего не получается у меня. Ты же меня знаешь. Что, рукоятки? Где этот гомосятина на танке? А, вон они, я стою у них в тылу, я сейчас в тылу буду брать. Давай, бери в тылу. Ударник, смотри, смотри, вот отстрелил, Илюха, он наш, почти. Ты, блядь, издеваешься надо мной? Давай. Давай. Отправка по ударнику. Ну, я попал. Сука. Он сам как убийство. Он сам разбился, не? Не знаю, я не видел, я же в другую сторону пошел. Покончим в себе. Сколько у вас очков осталось? У нас 480. Люк танк опять, блядь. Пехи. Ой, ёбаный. Не улетит, не летит. Как тебе моя фоточка? А это мне нравится. А где? Ты играл одновременно, что ли, Вадим? Да. А, бля, я вышел. Чё-чё? Верните, я вышел. А, да-да, сейчас разворачиваю. Сейчас я его сделаю этого. Чё, проезд не оплатил, что ли, опять? Это по земле шел, не разбился. Ёбаный в рот, блядь. Илюх, вот там впереди медь. Машинку вижу. Ну почему он не упал? 25 я ему саданул. Он сейчас убьет нас, потому что. Потому что да, потому что нас там пили, что там мочат прям вот. Сука. Справа танк на цешке. Не, я отхожу. Ой, это кто так отсал? Джиз, я кушаю. Да ты так кушаешь? Как же ты тогда? Все остальное сделал? Идите в жопу. Ударник, ударник, Илюха. Они... Мы не в жопу идем, мы идем альфа-бету защищать, как герои, понял, Влад? Блин, я зашел, но сейчас я попаду в команду лузеров, наверное, к нам? Не, мы выигрываем, чем прикол. Ну, я попал. Не перезарядился до сих пор, блядь, а? Сука. Проиграл. Андрюха, дать тебе мясо. Ай, сзади, спереди меня мясо. Заходи уже, не стесняйся, Илюха. Два пеха! Ну почему я стреляю в убитых-то, блядь? Илюха, прыгай. Илюха, сзади. Ну чё там, альфа никак не получается взять, да? И Чарли просрали. Ну, пипец. Куда прыгать? К Андрюхе. А, ты же его, да. Сладенький. Да уж. Да стой ты хотя бы 3 секунды на месте, Андрей. А, я что ли? Да. Давай. Садись. Эх, мазня. Мазня. Сейчас, сейчас, сейчас. Я просто очкую там сидеть, там, блин. Давайте альфа-бету зачищаем. Литл, литл, давай. На меня справа пех со стингером. Отправка. Вот, а ты чем занимаешься? Он теребулькает. Час? Да. Кушаю, играю в батлу. Не, на вертолёте? Давай летай просто за нами, чтобы двигать. Вот, смотри, куда мы стреляем. Дай мне пизда. Бля, нельзя здесь ходить. Слушай, я не убил его. Да. Ты убил его? Да. А я... Ой, танк его взорвался, парни этого. Справа Слева зенитка, блин. Убил?
У меня вон зенитка, смотри, Илюха. Давай по ней. Давай. Танк на нее пошел, но он нам не будет стрелять. Какой их танк? Вон танк вышел на наш танк, огонь. Чё? Отправляю. Отправили ему. Под Чарли, короче, сейчас зенитку ищем. Ну куда он делся, я не знаю. Потерял. Его разгибали. Там как бы танк был. Аккуратнее, не поднимайся так высоко. Я отошел. Там столько говна. Красиво, вошел. Но ёб. Убьют, убьют, Илюх. Не могу отлететь, что-то, блядь, закружило, закружило. У нас здесь кто-то стреляет. Ага. Блядь. Зажал. Не, подожди, не могу взлететь. Сейчас Влад на себя возьмет метку, и я тогда отойду. На дельту, понятно? На дельту? Сейчас. Да. Блять, да кто метит? Сука, а-а-а! Все, я дельту зачистил. Хорошо. Зачистил дельту, где дальше держите точки. Право танка. Машина идет на Д. О, танк идет, пожалуйста, подойдите. Вижу, отправляю. Вот сейчас. Блять, не успел, сука! Выбили его. Илюх, я отстрелил. Сейчас кто-то вот злой такой стреляет в наш респ, блядь. А это Бохус ко мне сел. Я не пойму, у него что, наушников нет? Или он по-русски не шпрехает? Как можно по-русски не шпрехать? Я не понимаю. Дебил. Точно. Диагноз, блядь. Все, настреляемся. Давай. Нику отдали. Давай, 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 давай. Он еще не отстреливал. 470, он на грани. Он на грани, я ему отправил. А он не мешает нам вот этот пех? О, кто это так? Самолетчик. Нет. Нет, не самолетчик, это что-то с земли. Да вы зазрали. Кто? А, танку, танку, танку быстрее. Ага. Он выбежал. А куда он выбежал-то? Убил я его. Убил я его. Ленинград, потом посмотришь, как красиво ты бежал. Между домами я четко в щелочку в голову. Чух. Я надеялся сбежать. I'm bot. Ну что ты? Я не думал, что ты трус такой, понимаешь? Ну а что мне делать? Что? Ну что, сдаваться, что? На милость победителей хочу. Я убил ударника, Илюх. Да, я лечу в другую сторону. Херакс, ударник лег. А откуда вы соберетесь-то, блин, чего так много? Нас мало, мы единый организм. Нас мало, но мы в тельняшках. Давай, да, мы единый организм. Мы Полтава. Почти полностью. Так, давай. Нихуя ж совсем. Даже Бохус и тот, как Полтава уже сражается. Нет настроения, синий. Блять, ненавижу эту песню, ночью делать. Про цукини, да? Про цукини. Про мартини, а там где-то в жопе цукини. Да-да-да-да. О, сука, 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 сука. Сейчас убьют, Илюха. Цуки мартини, овощи. Правую сторону, смотри, правую сторону. А, вижу, ты метишь, понял, отправка. Это какая-то хрень висячая, которая видит все. Нихуя себе. Всевидящая ок. Да. Ударник, ударник хочет опять, Илюха, просил. Он сел в ремонт. Ну чё, бить его? Давай танк поможет, может. Да, навряд ли. Вон зенитчик, Илюха. Я не знаю, он это, да, по-моему. По-моему, пора уёбывать. Уёбывать поздно. Где? Охотник выдал нас. Ну ладно, видны манеры, хлюпаешь, как этот самый, как говорится. Отстань! Это еще, это нормально для него еще. Это как бы еще культур-мультур он использует. Нет. Нет? Культур-мультур, мне хочется вас на три буквы послать, но я не, мог, не сделаю это. Почему? Почему? Дождь. Что тебе мешает, блин? Господи, сколько ж вас сразу же на одну мою хлипкая тема. Илю... Ох, как мне прислали, Илюха, как мне прислали. Это пиво наливаю. Блин, молодец. Давай быстренько, это, отметка на Альфе. Зенитчик. Да, блядь, уберите, кто-нибудь там танк стреляет по мне, на Чарли, нахуй.
Да что, кстати, он задрал? Молодой папаша себя ощущает. Опсихованный стал, как я. Ага. Там уже вообще... Ох, ни хрена себе, как нам... Сейчас пришлют максимум, Илюха. Все. Да, выбили, блин. А, сука, по метке никто не стреляет. Я кучу отстаньте. У нас на респе 3 танка стоит. Слушай, а вы сколько сейчас? Блядь, ты заебал, Влад, ну кончай нахуй. Уши закладывай. Да пусть ест. Кто бы говорил насчет уши закладывать? Тут глухие такие уже сидят. Похуй. Я так отключу, ты на меня-то не влияет. Ну, он же не слышит. Но это... Илюха, давай по зенитчику, пожалуйста. По зенитчику огонь. По зенитчику сзади зенитчик, блядь. Есть, минус 30, быстрее, он нас прислал. Огонь все, альфа-бета, зенитчик, блядь. 60 я ему вынес, блядь. Ну пиздец, блядь. Никто не выстрелил. Выбили его, блядь. Доигрался. А? Стрелять. Танк начальник. Да мы все флаги просрали. Нечего. А чё, стрелять никто не будет, у меня нет патронов, блядь, все пиздец. Ой, ё-моё. Отвлекай его. Отвлекай, вот я его отвлекал и ломанул заодно. Пересадка, да. Уходи, уходи, вверх по земле. Вверх по земле? По воде. Это крыса, блядь. Он жрёт там, в Москве. Улетай, улетай. Улетай. Хватит в вертолете жрать, ты меня напачкаешь. Я только, блядь, почистил там, пропылесосил. Кто же его метит? Кто его метит? Пейте его, пейте. Ударник. Еще раз. Да все, мне, блядь, БТР вынес. Давай, Илюха, он, по-моему, битый. Не метится, да? Бежит. Огонь. А, бля, да, он ничего не сделает, все ему пиздец. Отлично. А вот мясо мне. Забирай. Знаешь, там 25-й, 72. Убежал. Только вот досюда убежал, а потом все. Люха, какой там. А, Литл быстрее, Люха. Литл, я не видел. Я радовался победе, сука, а Литл нас убьет. Нихуя буду чинить до конца. А, все, выбили. Охотник выдал, блядь. Ну вот, обрадовались мы победе, блядь. Пойдем ломанем ему, блядь, разочек. Другой. Ну, здоровья я ему мало оставил. Ну все, закончилось, Олег. Я про тебя пишу. Андрюха. Ну, надеюсь, им понравилось, блядь. Тварь. Слушай, я пытался у тебя в самолете не кушать, так что не надо. Ну что, не нравится суда, когда вас нагибают? Я ведь сразу понял. Он сразу понял, что ты, Андрюха, тварь. Спасибо. Приятно, суда. Значит, сильно ты их кромсал. Что так жарко? ГГ, гайз. Еще будем или как? Ну давайте еще.